29 за, 10 против. Депутаты утверждают проект главного финансового документа губернии на следующий год в первом чтении. Сокращение по всем параметрам. Доходная часть бюджета составит около 118 миллиардов рублей. Расходы почти 124 миллиарда. Дефицит 5,5 миллиардов рублей. Бюджет остается социально ориентированным. Наибольшая часть денег будет направлена на образование и сферу социальной политики. Больше других пострадали от сокращения расходов культура и спорт. Но это не скажется никоим образом на ухудшение каким-то образом, на качество тех задач, которые будут решать эти отрасли. Со всеми социальными обязательствами мы справимся. Торжественная часть пленарного заседания. Депутаты награждают главу города Олега Фурсова почетным знаком Думы за заслуги в законотворчестве. Олег Фурсов отмечает, эта награда не только ему, но и всем коллегам, с которыми он работал за свою карьеру. Примите мои слова искренней благодарности и надеюсь, что нам еще предстоит совместно очень много работы на благо процветания Самары. Служу Самарской области, служу Самаре. На следующем заседании народные избранники планируют принять областной бюджет во втором чтении. До этого предстоит работа по детальному распределению денег по статьям в условиях непростой экономической ситуации. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов. События.